Дорогие друзья, всем привет! Сегодня 18 декабря 2021 год. В данный момент находимся на северной стороне города федерального значения Севастополь, полуостров Крым, пляж Учкуевка. Гуляем вот сейчас по мелкому-мелкому приятному учкуевскому песочку рядом с Черным морем. Сейчас оно выглядит так. Декабрьское Черное море. Сегодня такие небольшие волночки. Вон оно, солнышко. Все больше и больше небо затягивается тучками, облачками. Вот смотрите, вода, как волна близко подходит. Вот оно, в общем, небо. Так затягивается сейчас постепенно. Вот в той части еще видно голубые участки неба, в общем, участки голубого неба. Пройдемся просто по береговой полосе, полюбуемся морем, шикарным мелким-мелким песочком. Смотрите, какой шикарный мелкий песочек. Вот такая красота. Просто без лишних слов посмотрим на море, на волночки. На данный момент, как говорится в прогнозе, температура воды близ Севастополя примерно плюс 9, плюс 11 градусов. Ну, то есть не ледяная прям уж. Моржи могут купаться. Смотрите, какого цвета вода. Когда выходит, еще солнышко светит. Ну, то есть разными оттенками она. В ту сторону турбаза. Дальше набережная, дальше поселок Любимовка, потом аэродром Бельбек, потом поселки Орловка, Кача, Андреевка. Везде мы там снимали. В конце этого ролика оставлю окошки на те видео, можно будет посмотреть, полюбоваться теми видами из тех поселков, из тех мест. Ну а сегодня, 18 декабря 2021 года, мы с вами, дорогие друзья, кто реально, кто виртуально, в общем, прогуливаемся по пляжу Учкуевка на северной стороне города Севастополя. Кстати, пляж Учкуевка считается одним из лучших пляжей Севастополя. Есть еще открытое море на Фиоленте, там тоже пляж, но там уже не песочек, там мелкие камушки, в общем, галечка. Но там тоже классно, красивые виды, там Фиолент шикарно выглядит тоже, так что советую там тоже побывать. Кстати, на нашем канале есть видео с Фиолента. Оставлю в конце этого ролика, можно будет посмотреть, нажав на то окошко с тем видео, в общем. Извиняюсь, если шум в кадре, это ветерок. Дорогие друзья, хочется всех поздравить с наступающим новым 2022 годом. Всем прежде всего здоровья, счастья и побольше денег. Ну и соответственно, пусть исполнятся, дорогие друзья, все ваши устремления, все ваши желания, все мечты. В общем, все то, что вам нужно, пусть у вас сбудется. У вас, у нас и у всех пусть сбудется то, что нужно. А сейчас мы просто прогуливаемся, просто любуемся такими чудесными видами, Черным морем. Вот оно прямо перед нами. Вот волночки, смотрите, идут. Ох, какие! Сейчас будет заливать, надо отойти. О, вторая вообще шикарная, но она погасилась первой. Класс, в общем. Так все это сейчас выглядит. Вон оно,
солнышко прям. Это солнечная дорожка. Отблески по воде идут. Гуляем, наслаждаемся. Вы посмотрите, ну вот реально какой мелкий, очень-очень мелкий песочек. Шикарный. Кто-то, конечно, не любит песок. Я, например, вот наоборот, очень люблю. Это же, ну, супер. Он мягкий. Это же прекрасно. На песочке, на мягком. Вот посидеть можно на пляже. Поваляться летом на теплом песочке, походить. Он летом, кстати, бывает вообще прям горячий. Шикарно же. И потом окунуться, освежиться в море. Вот такой вот он мелкий. Еще раз показываю всем. Мелкий-мелкий песочек на Ишкуевском пляже. Вот так он выглядит. И вот она, вода. Черное море. Волночками прямо подбирается поближе. Шикарно. Вот так небо сейчас выглядит. Над открытым морем. Кстати, дорогие друзья, напишите, пожалуйста, свои комментарии. Откуда вы, например, нас смотрите, из какого города, из какой страны. Ну и все, что угодно можно написать, это приветствуется. Не забывайте подписываться на канал, ставить пальчики вверх, лайки, в общем. Это помогает в продвижении как видео с канала, так и самого канала. Вот так все это сейчас выглядит. Наслаждаемся. Тучки идут. Пока непонятно, в какую они вообще сторону идут. Но прикольные такие создают цвета, в общем, игру цвета. Можно понаслаждаться. Вот она, водичка подбирается прямо близко-близко. Такие вот виды сегодня с побережья Севастополя, пляж Учкуевка, Черное море. Любуемся на виды, в общем, сегодня 18 декабря 2021 год. Смотрим вот сейчас в сторону открытого моря. Такие красоты. Ну и сейчас посмотрим все это поближе. Вот смотрите, здесь на мелком песочке камушки повыбрасывало. А там вот мы прогуливались, там вообще чистый-чистый песочек, мелкий-мелкий. Безо всяких камушков, безо всяких гальки. Вот в этих участках, ближе к тому месту, где был причал Учкуевский, это вот такой шикарный мелкий песочек. Вот, видим вдали Казачья бухта Севастополя там находится, также Камышовая бухта неподалеку, там Херсонесский маяк на мысе Херсонес, в общем, находится. Это вот все там. Сейчас посредине кадра. И дальше вот левее идет мыс Толстый, там пляж Толстяк. Микрорайон Радиогорка, улица Симонок, это все там идет. Переходим вот на передний план. Это все уже идет пляж Учкуевка, береговая линия, береговая полоса.
как это все выглядит на сегодня, на данный момент. Так, ну и теперь посмотрим уже в сторону открытого моря. Туда, вдали, вот место, где сливается сейчас небо с морем. Вот стоит катер пограничный ФСБ. И такие окрестности. Извиняюсь еще раз, если вдруг шум в кадре. Это ветер дует. Смотрите, какая красота. Несмотря на то, что даже прохладно, но красиво. И вот в ту сторону как раз аэродром Бюльбек, там вот сейчас посредине кадра над этими обрывами, там дальше вот идет поселок Орловка и дальше Кача. Такая вот сегодня прогулочка на Лучкуевке получилась, на северной стороне города Севастополя. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем здоровья и счастья! Спасибо за внимание!